Сказочный новогодний спектакль артисты цирка традиционно подготовили для всей семьи. Интересно будет всем, и взрослым, и детям. Раз в год дрессировщики, клоуны, акробаты, эквилибристы превращаются в волшебных персонажей. Будет очень много животных, очень много различных персонажей. Будет целый сюжет, завернутый, так сказать, в одну общую историю. Сюжет раскрывать не будем, чтобы было, конечно же, интереснее. Поэтому всех-всех-всех хотим пригласить там на премьеру. И, конечно же, будем ждать море-море аплодисментов. А они непременно будут, ведь цирк Филатовых привез в Сочи самый главный новогодний подарок. Это новый аттракцион под названием «Медвежий цирк», аналогов которому нет в мире. В нем участвует 15 бурых медведей. Кстати, Сочи животным понравился. Они быстро акклиматизировались. Теперь на арене катаются на роликах, велосипедах и даже мотоциклах. Кроме того, увидит зрители экзотическую группу животных – ламы, верблюды, аргентинские попугаи, которые под куполом цирка выполняют немыслимые трюки. Да и сами артисты с большим актерским мастерством перевоплощаются в животных. Зайчик такой маленький шалун, так скажем, который где-то бегает, прыгает, хулиганит немножко, но всегда всем хочет помочь. И ну вот такая вот немножко шкодная роль. Красочное, яркое новогоднее шоу со спецэффектами удивительной красоты нарядами поразит сочинскую детвору. Привезены тонны светового оборудования. Цирк Филатовых в Сочи покажет 22 грандиозных шоу. Представление длится более 2 часов. Премьера новогодней сказки состоится уже в эту субботу в 16 часов. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.